Сабо, они же шлепанцы, в последние годы весьма популярны. Не только у молодежи. Дачники и отдыхающие тоже оценили их удобство. Такую обувь, а не только традиционный текстиль, теперь можно купить на выставке-ярмарке «Элеганс» в Аркаде. Их особенность в том, что их можно носить как просто шлепки или как такие вот сандали. Для молодежи конкретно, подростков, интересно то, что сюда можно вставлять различные украшения. Также они довольно мягкие и при этом сохраняют форму. Удобно носить как молодежи, потому что они имеют у нас разных цветов, форм, размеров и так далее. Также и взрослым людям, пенсионерам. Продавцы-консультанты советуют обратить внимание еще на одну новинку – подушку для младенцев. У них, получается, материал мягкий, который будет удобен для растущего организма. Есть подушки и для взрослых, гипоаллергенные, анатомические. А еще много домашнего текстиля. Полотенчики в подарочном мешочке, пледы, постельное белье. Аскольчан привлекает не только ассортимент, но и цена. Потому что дешевле и качество хорошее. Вы здесь уже не первый раз? Не первый раз. Сегодня я взяла для дачи комплект и наволочки. Я считаю, что это настоящий хлопок и советую брать здесь. Одежда, уверяют организаторы, тоже из натуральных тканей. Из него спортивные костюмы, детские и взрослые, рубашки, ночные сорочки, пижамы, халаты, туники, платья с капюшонами и без, приталенные и свободного кроя. На холодную погоду – ветровки, свитеры, жилеты. Возим всегда качественный товар, нужный для данного текущего времени. Это весенний, летний уже ассортимент. Это как и легкие футболки, и для дачной очень большой ассортимент. Легкие воздушные брюки из штапеля, также платье из штапеля и льна. Размерный ряд может быть 42 размера уже, учитываем, что молодежь к нам начала захаживать, до 70-го, как обычно. Оденем всех. Мы не жадничаем, как всегда, для пенсионеров акция. Выставка работает до 21 апреля, включительно с 10 утра и до 6 вечера.